Разрешите, пожалуйста, вопрос из зала. Да. У меня вопрос. Вот вы очень много говорите о молитве. Не очень много говорю о молитве. Я говорю столько, чтобы вы поняли. Да. Потому что если я буду говорить меньше, вы не поймете. У человека нет склонности понять, что такое молитва. Мы очень сильно склонны жить без этого. Вот у меня как наша психика направляет нас на внешнюю деятельность со страшной силой. Нам очень трудно повернуться внутрь себя, поэтому я прилагаю достаточно усилий для того, чтобы это произошло. Потому что мой 20-летний опыт работы с людьми показывает, что другие механические способы, улыбаемся, что-то делаем, я тоже об этом говорю, они малоэффективны. Благодаря вашим усилиям я наконец поняла, что нужно молиться. Так, вот у меня как раз классно. Вопрос по молитве. Конкретно, как можно молиться за мужа? Что нужно говорить? Что можно говорить во время молитвы за мужа? Муж и жена соединены сердцем друг с другом. Так как проблема общая, поэтому может жена ее решить, может муж. Но жена — это вдохновляющая сила, это та энергия, которая меняет жизнь мужа. Муж сам не может поменять свою жизнь, он может в рамках своей жизни действовать, сильнее или слабее. Но принципиально изменить что-то может только жена. Потому что муж — это действующая часть жизни, а жена — это вдохновляющая часть жизни. Вот скажите конкретно, пожалуйста, какую молитву применять? Я начинаю с самого начала. И я смогу помочь только терпеливому человеку. Тому, который склонен слушать, а не говорить. А если вы сомневаетесь в моем интеллекте, что я делаю правильные вещи сейчас, то я тем более вам не смогу помочь. Извините, я вас не буду перебивать. Мне очень интересно все, что вы говорите. Хорошо. Итак, так как жена — вдохновляющее начало, то жена именно и призвана помочь мужу. И это у нее в сердце есть. Помощь сама осуществляется следующим образом. Самая главная ошибка заключается в том, что люди в основном считают, что они сами лично должны помочь. Поэтому их техника помощи заключается в том, что они хотят представить проблему и ее вкладывать в нее усилия. Это принципиально неправильная позиция, которая никогда не дает победу. Эта позиция, это понимание вещей основано на незнании, как устроена тонкая мир, тонкая природа людей. На тонком плане проблема жены и мужа в сердцах соединена. И нет разницы, для мужа это проблема или для жены. Их сердца соединены друг с другом. И если у мужа больше энергии, она перетекает к жене. Если у жены больше энергии, она перетекает к мужу. Когда женщина просто думает о святости и служит святости, то все равно, так как у нее есть сердце проблема, она сама всплывает. Хотя концентрироваться нужно только на святость. Не нужно концентрироваться на то, что я помогаю мужу вообще. Об этом вообще не надо думать. Просто об этом надо знать. Что именно в этом направлении движется судьба. Знать об этом надо. Можно я уточняющий вопрос? Не надо пока, успокойтесь. И когда человек начинает поклоняться святой личности, думать о ней, то постепенно его к сознанию уходит в отношения со святостью. И эти отношения вводят очень большую силу, духовную силу внутрь. Эта духовная сила сразу же уменьшает проблему. И проблема сначала тает на уровне беспокойства, то есть появляется спокойствие в сердце сначала, а потом, когда человек дальше еще думает о святости, у него появляется знание еще, и она может подсказать это мужу. А потом, если она еще дальше глубже молится, то это знание переходит в сердце мужа, и он также склонен слушать эту подсказку, услышать. Вот так происходит постепенное преодоление трудностей с помощью молитвы. Но основная ошибка заключается в том, что человеку хочется думать не о святости, а о проблеме. И когда это так происходит, победы не будет. Теперь ваш вопрос дополнительный. Я поймала себя на мысли, что вот когда обращаюсь к иконе, к святому, так, у меня
получается какая-то корыстная молитва. То есть вот я знаю, что... А вы молитесь бескорыстно? Вот как? Как? А вот как раз это от веры зависит, понимаете? Если вы сосредоточены на своей идее, ради ней молитесь, то ничего не получится. Вам надо служить святости. Вам надо думать о ней, кланяться. Я хочу тебе служить, я хочу забыть все проблемы. Пожалуйста, дай мне возможность думать о тебе, служить тебе. Получается, думать о проблеме. Это значит, что вы ее не решите. Это значит, что вы неверующий человек. Вы не отдаете себя Богу, вы отдаете себя проблеме. Значит, вы ее решить хотите сами. Я как раз об этой ошибке и сказал. Что когда человек не служит Богу в своей молитве, а думает о себе и о проблеме своей, он никогда не сможет избавиться от нее. Спасибо. Но даже несмотря на то, что я вам это сказал, вам придется очень серьезно подумать и потрудиться, чтобы делать это. Потому что самая главная трудность даже не в этом у людей. Они не понимают, что нужно святому. В чем заключается мое служение? Какая польза может быть от меня ему? Они не понимают. Не понимаем. И я сейчас вам объясню, какая польза. Любой возвышенный человек или все божественное, все, что связано с Богом, оно хочет дать людям знания. Поэтому если вы думаете о святом человеке и желаете людям быть ближе к нему, чтобы они обрели его знания, не обязательно родственникам, а лучше другим людям, просто вообще всем людям. Или вы думаете о выполнении наставлений святого человека. Или думаете о том, чтобы быть ему полезной, как бы, чтобы он сам вас занял как-то в вашей жизни, чтобы вы были полезны ему. Или просто желаете всем счастья, отвлекаетесь от себя. Тогда вы удовлетворяете его. Вы становитесь орудием в его руках. И он через вашу внутреннюю силу действовать начинает. Спасибо вам за знания. Хорошо. Я вам тоже благодарен. В качестве благодарности могу вам сказать кое-что интересное. По отцовской линии у вас есть одна личность, которая очень глубоко верила в Бога. Вы не знаете эту личность, потому что это было 2-3 поколения назад. И сейчас эта личность является вашим ангелом-хранителем. Она вас защищает и дает вам знания в сердце. Вы защищены этим святым человеком, ваша жизнь поэтому идет в правильном направлении. Хорошо, вам тоже спасибо. Движемся дальше.